Давай. Здорово. Здорово, Виталя. Подарки тоже. Всем привет! Всем привет! Ребята, встреча, как говоришь, на Эльбе, да? Вот мы не могли никак встретиться, и наконец-то вот встретились. Герасим едет в Карелию, да? На Кубок. На Кубок. Так что следим за новостями на канале Герасим Шерп. И будем отслеживать, что там в Карелии клюет вообще на металлоискатель. А то. Ну, кстати, этот змей-искуситель, который меня на этот копу подсадил. Ну, не подсадил, а немножко дал пиночка так, это самое. Металлоискатель у тебя уже был, кстати говоря. Так, чего? На меня тоже немного попало. А это вам обоим. Люстру сделайте в шерсть, короче. Я не знаю, вы находили, может, даже сами, нет? Это отрелки. А вы не находили, что ли? Нет, прямо мы видели. Мы находились от чесалки. Ты находил, но это было какое-то эти. Делаешь, короче, ручки, и как штурвал. Да, и как штурвал. Для декора сделать твою катер. Нет, Мишка уже не хочет работать. Можешь только выставлять, в принципе. Мало у нас теперь звезда. Звезду. Звезду. Короче, или люстру, прям шерп. Ребят, кто еще не в курсе, канал Герасим Шерп, заходите, смотрите супер приключения на супер вездеходе. Уникальность канала в том, что ребята ездят по всей стране, по России, снимают рыбалку, охоту, коп. И все это настолько уникально, что нигде вы больше такого не увидите. Ребята бывают там, где волки срать боятся, это их девиз. Так что я ссылочку оставлю в описании, и переходите и смотрите уникальные кадры. Что ж, пожелаем ребятам удачи в их нелегком деле. Им еще ехать и ехать, потом еще и копать и копать. Вот. И будем доставать и доставать, еще на заклад там, да, потом еще носить. И доставать, доставать кубышки, и будем ждать классное кино от Герасима Шерпа. Несомненно. Все, ребятки, мы покидаем Игоря с его супругой. И вот этой очаровательной дамой. Все, ребята, поехали искать клады. Мы им пожелали удачи. И будем ждать от них кино.